Уважаемые сеньоры, мое почтение. Вы смотрели фильм «Бриллиантовая рука»? Помните, там была песня про зайцев? Сегодня будет стихотворение про ежиков. Почему про ежиков? Чтобы каждый из вас задумался над вопросом о том, что на самом деле скрывается в людях, облаченных в латы циничного мизантропа. Долматовский Евгений Аронович. Всегда в порядке, добрые, приятные, удобные. Они со всеми ладят и жизнь вдоль шерстки гладят. Их заповедь — смирение, их речи — повторение, сияние улыбок, признание ошибок. А я люблю неистовых, непримиримых, искренних, упрямых, невезучих, из племени колючих. Их мучают сомнения и собственные мнения, но сердце их в ответе за все, что есть на свете. Не берегут колючие свое благополучие, и сами лезут в схватку и режут правду матку. А если ошибаются, больнее ушибаются, чем тот, кто был корыстен в опровержении истин. Не у природы ль учатся они своей колючести? Ведь там, где нежность скрыта, есть из шипов защита. Всем спасибо.